Да, ничего не сказали по поводу планов за эти три года. Как вы собираетесь контролировать переводчиков, которые не будут выполнять свои обязательства? И все-таки будет у нас, может быть, какой-то единый транспортный оператор. Что у нас будет с дифференцированной оплатой за проезд? Контролировать будем очень просто. Сейчас подходят к концу действующие договоры с перевозчиками. Новые договоры будут в себя включать гораздо большее количество каких-то штрафных санкций, либо же возможности выйти на расторжение договора с конкретным перевозчиком по причине неисполнения обязательств. Нас это совершенно не пугает, но вместе с тем у нас есть понимание, что все-таки если перевозчик будет исполнять те условия, на которых он будет выходить на конкурс, то лучше, конечно, чтобы это были наши региональные местные перевозчики.